Для каждого из заводчан Челябинского тракторного этот монумент перед проходной – настоящая история. Первый экземпляр «Сталинца» сошел с конвейера ЧТЗ 15 февраля 1931 года. В годы коллективизации именно он дал мощное развитие сельскому хозяйству на Урале и в Сибири. В год 90-летия выпуска легендарный трактор получил заслуженную награду. Его изображение появится на почтовых марках. Заводу и технике ЧТЗ посвящалось много почтовой продукции. Сегодня, когда исполняется 125 лет отечественному тракторостроению, на ней изображен первый гусеничный трактор «Сталинец 60». Вместе со «Сталинцем» в почтовую серию вошли и модели других заводов. Трактор «Блинова», выпущенный еще в 19 веке, ДТ-54 и современный бульдозер «Четра». Любопытно, что челябинский трактор уже появлялся на почтовых карточках в 1939 году. Современную церемонию гашения решили перенести в цех ЧТЗ. Здесь рабочие заботятся о том, чтобы историю тракторостроения не забывали. Вторая модель «Сталинца», которая сохранилась на ЧТЗ, абсолютно идентична оригиналу. Рабочие цеха тщательно следят за тем, чтобы все детали сохранялись в идеальном состоянии. Начиная от двигателя и заканчивая ходовой частью, на своих гусеницах трактор выдержит еще не один тест-драйв. Гордый профиль пионера тракторостроения появится на 60 тысячах марок. Работники почтовой службы уверены, что эти экземпляры станут подарком для каждого филателиста. Как-то, по идее, всегда нужна была эта марка, потому что это начинается история заводская. С момента выпуска первого трактора модифицировался, дошли до того уровня, что трактора на джойстиках поехали у нас. Купить марки с гордостью Танкограда можно в крупных почтовых отделениях области. Одной из них хватит, чтобы отправить письмо весом до 20 граммов в любой регион страны. Наталья Петрухина, Павел Востротин, 31 канал.